Иногда, переступив порог своего кабинета, я вдруг представляю, что брожу по руинам древней цивилизации. И не из-за вечного беспорядка, просто многое здесь еще напоминает о том цивилизованном существе, которым я когда-то был. Привет, друзья! Темой сегодняшнего обзора будет детективная адвенчура Blacksad Under the Skin. За ее создание отвечает небезызвестная Pendula Studios, которая уже почти 20 лет поставляет публике интересные point-and-click квесты. На этот раз студия решила сменить свое привычное амплуа и за место юмористической истории погрузила нас в самое сердце преступного мира Нью-Йорка. Мы – харизматичный детектив Джон Blacksad. Потрепанный жизнью и повидавший немало несправедливости кот, берущийся за самые сомнительные и опасные дела. Этот раз не исключение. К нам обратилась Соня Данн, дочь знаменитого Джо Данна, преуспевающего саксофониста и владельца боксерского зала, который накануне был найден мертвым. Нам нужно найти Роберта Йеля, ученика Джо и восходящую звезду бокса, пропавшего при загадочных обстоятельствах сразу после его убийства. Это мрачное дело приведет нашего детектива в самые темные и мрачные глубины Нью-Йорка, а то и вовсе станет для него последним. Blacksad опирается на одноименную серию графических романов, созданный испанскими авторами Хуаном Диасом и Хуанхо Гуарнидо. Успех пришел уже с первого тома, который только во Франции был продан тиражом более 200 тысяч копий и переведен на более чем 20 языков, включая и наш. Это нуарная история, происходящая в 50-х годах, где животные ведут себя как люди, а их внешние качества как нельзя кстати подчеркивают их внутреннюю индивидуальность. Это мрачная вселенная, в которой всегда было место жестокости, таинственным событиям и иногда даже сексу. И игра очень хорошо сохраняет и передает эту атмосферу. В геймплейном плане игра представляет собой классический детективный квест, о чем нам говорится уже с самого начала. Из особенностей хотелось бы отметить применение особых кошачьих способностей при расследовании, некоторая вариативность в предпринимаемых решениях и их последствиях, а также сводная таблица, отражающая развитие характера нашего детектива. Отдельно хочется отметить потрясающий джазовый саундтрек, который как нельзя кстати подходит для нуарных историй наподобие этой, а также профессиональную русскую озвучку, что тоже редкость для игр подобного жанра. В конечном итоге Blacksad может стать одним из самых потрясающих нуарных детективов в игровой индустрии, если оперативно исправит технические неполадки, коих здесь не так уж и мало. Во-первых, очень тугое и неудобное управление. Во-вторых, плохая оптимизация, которая даже на топовом железе дает просадки FPS. И в-третьих, многочисленные мелкие глюки, которые лишь подливают масло в огонь. Таким образом, при просто восхитительной истории и атмосфере мы имеем неполадки именно технической части, которые, я очень надеюсь, в скором времени исправят. Сама же вселенная воссоздана в этой игре просто великолепно. И всем любителям хороших детективных историй я однозначно рекомендую эту игру, а также одноименную серию романов. Поверьте, работа сценаристов и художников там на высшем уровне. С вами был канал Играриум. Лайк, подписка и колокольчик – те немногочисленные способы сказать автору спасибо и поддержать канал в целом. Не забывайте об этом. До новых встреч!